Друзья, всем привет! Всем привет, с вами снова Ольга и София. В данный момент мы идем в магазин обоев. Друзья, как обычно, Соня привезла меня в какие-то подворотни. Хрен пойми куда. Как ты искала это место? Мать твою! Прыгай! Джампинг, джампинг! Не знаю. Ты у меня спрашиваешь? Вон там, не там? Вон там. Нет? Там плитка, я смотрю, может, и обои там. Закрыто. Что на это? Это уже второе, друзья, место, куда мы приехали. Просто мы еще до этого еще в одно место ездили, и там тоже было закрыто. Но здесь свет горит, главное, но закрыто. Везде закрыто сейчас все, хотя будний день, рабочее время абсолютно. С этой короной все прям расслабились, никто работать не хочет. Придется нам самим с тобой обои лепить. Соня звонит им. Да, друзья, ветер дует. Малый бизнес есть малый бизнес. Этот мужик, у которого свой магазин, который продает обои и плитку и все прочее, сейчас поехал и где-то клеит обои. Ой, рыбки какие-то. Да, здесь вот каждый такой закуточек, он какой-то бизнес. Он, короче, поехал и клеит обои, поэтому нас обслужить сейчас не может в данный момент. Соня позвонила ему, он говорит, что не сейчас. И здесь тоже вот на выезде. Видите? Я Софье говорю, давай, может, сами обои поклеим. Она говорит, ну, это не вариант немножко. Немножко совсем не вариант. Кричи. Дега, Марицана, Йола Кагугаза. В общем, заранее нужно везде звонить, потому что вообще не факт, что вы приедете и будет открыто, и кто-то там вообще вас встретит. Соня с папиным зонтиком такая смешная, зонтик больше Сони. А Соня привезла нас в очередное место. Позвонила, все разузнала, говорят, работает. Соня. Как обычно, все не нравится. Пока что. Ну, может, чинаге 하든지 이런 식으로. 너무 보라색을 찾으시는 거예요? 네. 왜 보라에 꽂히셨어? 이렇게. 이쁘다. 완전 이렇게. 완전 이쁘다. 그러니까. 네. 좋아요. 이렇게? 좋지? 어. 그러면 이거는 그 좀 다 하고 여기는 응, 그렇지. 거기만? 포인트로. 이쁘다. 응. 이렇게 드려? 네네네네. Все, друзья, выбрали, заказали обои. 8 числа приедут, все наклеют. В Корее так. Просто покупаешь обои, они приезжают, их клеят. Понятное дело, за деньги, не просто так, но как бы это все вместе. Сервис так работает. Пегупа? О, 완전 배고파. 근데 안젤리나 집에서 안젤리나도 배고파. 걔 데리고 먹으러 가자. София звонит Ангелине, чтобы она одевалась и выходила, потому что мы сейчас поедем кушать. Смотрите, какая красота, горы в тумане, лев, сосенки, ёшкин же ты кот. Кореюшка, какая ты красивая. Шильте? А Ангелина отказалась с нами идти трапезничать. Ну, там дома, в принципе, еды валом. Дома поест. Застранка ржет надо мной. Я нечаянно наехала на столбик, а она говорит, все, там вся машина помята вышла. В общем, мы, друзья, приехали поесть крабиков, так как Ангелина с нами не захотела, а мы любим это блюдо. Друзья, вот такая у нас сегодня трапеза, не очень шикарная, но зато очень дешево здесь. Я удивилась, что всего 6000 вон стоит порция крабов. Это меньше $5. Обычно крабы очень дорогие, как правило.
네, 찍어요. 영상. 네, 유튜버예요. 아, 유튜버 맞고? 네. 어때? 맛있어? 응. 뭐, простенько, но вкусненько. Супчик, 된장찌개, 김. Причем это не с маслом ким, а такой настоящий, высушенный на солнышке. Без всяких, без соли, без ничего, вот натуральный такой ким. Он ценится гораздо больше, чем жареный на масле. Оу, амсамнида, Анджелина чумакит. Жалко, что нет Ангелины, она обожает этот омлетик. Друзья, хозяева ресторана так воодушевились, что мы блогеры, что у нас столько подписчиков, и подписались уже на мой канал, и сидят, смотрят мои ролики теперь. Так забавно, смешно. Такие люди приветливые, очень общительные. Соня, чего? Соне нравится звездеть, она любит это дело. Кому-то могло показаться, что она как-то камеры стала сторониться, но это не так, просто у нее такой возраст, она немножко старается себя больше контролировать, держать себя в рамках, ну, в Корее так положено, менталитет такой. Попросили друзья упаковать нам омлетик, жалко выбрасывать, там Ангелина голодная дома сидит, она с удовольствием и его съест. В Корее это нормально, вполне нормально считается, если какая-то еда осталась, можно ее взять с собой без проблем. Друзья, внезапно обнаружили в нашем районе вот такой вот какой-то оптовый или оптовый магазинчик. Похожий больше на рыночек. А мне нужно собрать посылочку для мамы. Мама мне вчера сказала, что она, что у нее закончился кочуджан, а без, к нему она привыкла. Она к нему привыкла и не может без него ничего есть уже. Мам, как тебе такое? В прошлый раз я ей посылала вот такую, ей хватило надолго очень. Такую, наверное, еще надольше хватит. Давай возьмем. Его? Да. И еще, и еще, и еще. Гель для душа мама просила. Так, давай тележку возьмем, потому что нам еще консервы брать. Илья номки мукетти. Что это? Но Юрий, он же есть. Он же. Хамбон? Мани хамбон? Я шикя. А, это пульсосы. Это эти, как они называются? Устричный соус. По-моему, он есть у нас дома, Соня. Сейчас наберешь всякой хрени. Его, у джеке сатчана и щангном зайти. Хапает, хапает. Так, вот консервы, которые мама очень любит. Прям говорит, не могу. Есть российские консервы. Хочу только корейские. Вот такую остренькую она любит, консерву. Это тунец. Немножко в остреньком соусе. Можно приколоться над мамой и отправить ей личинки шелкопряда в остреньком соусе. А что? Между прочим, белок. Полезная еда. А, вот, чорим. Вот это вкусная штука. Кодено. Кодено? Угу. Очень вкусно. Соня не любит, ну ладно. Так, друзья, набрала всяких разных сортов, или это одно и то же я взяла? Нет, это разные бренды. Три таких. Вот таких. Есть очень-очень-очень острое. На пробу положу. Мам, не обижайся, если что. Есть еще вот такая не острая, может еще не острая взять? Тем более на нее скидка сейчас. Соня захотела гре-гре-гре, араса. Это такие корейские печеньки. Софья их обожает. Кстати, тугеса, хальмонианта понеджа. Возьми две, отправим одну, выбирай. Они сухие, им ничего не делается, можно отправить. Так, вот таких еще не острых возьмем две штучки. Начинается.
Я не ем такую хрень, что? Чипсы помада. С луком, друзья, с луком пареем. Эти самые, хотите, хотите? Я вообще в этом ни в чем не разбираюсь, я это не ем. Иногда девчонки покупают себе на завтрак, едят с молоком, но редко, очень редко. Так, еще маме что-нибудь такого корейского, остренького. Его понят, дынка? Дыгетчи? Раз оно без холодильника стоит, это можно. Это рис, это бибимбап, друзья. Тольсот бибимбап, который можно как-то приготовить, разогреть. Пусть мама попробует, не знаю. По крайней мере, оно хранится без холодильника, поэтому в посылке дойдет нормально. Мама говорит, иногда прям так хочется, ну так хочется корейского чего-нибудь остренького. Нет, у нас мама никогда особо не любила острое. Она после только нескольких приездов в Корею, она полюбила острое. Даже мам? До этого никогда не ела, да. Так, еще мама любит очень такие рисовые печеньки. Вот такую. Хунде котоки. Я. Он плюс ванье. Ван плюс ванье? Ай. Шугуле. А еще у нас моя мама любит очень женьшеневый чай. Чай женьшеня, но его здесь не продают. Наверное. Соня, держи себя в руках уже, пожалуйста. Взрослая женщина. Ведет себя как ребенок. А есть вот еще такие конфетки из женьшеня. Наверное, сосательные, не знаю. Захочет такое мама, нет? Навряд ли, наверное. Леденцы навряд ли. Кре? Софья говорит, невкусно. Так, диско. Где этот самый? Шауаджель. Шауаджель. А у меня аристы чего? Аристы, а кто же на крыльях? Ой, а это шампу, что ли? Шампу, да. Мама, есть с рисом, только с шампунь. Нет, здесь выбор не... А, вот же он. А ну это лось... А, Маджо? Ибо? О! Мама, мы нашли его! Мы нашли его! Я выбираю зубную пасту для бабы Ра, и Соня предлагает пороро ей купить. Извини, мам. Так неправильно воспитала твою внучку. Предлагает тебе пасту с пороро, говорит, очень вкусная. Слушай, я не знаю, какую лучше выбрать. Они все ароматные пасты в Корее. Я даже не знаю. Ну да, это все на традиционной корейской медицине. Я люблю такую пасту, обожаю. Надеюсь, она вкусная. Именно вот такую я не пробовала, но примерно такой мы и пользуемся всегда. А, для Бонечки надо. Боня. Что это? Мусынкоги, а? Ори. А, ори. Утка. Вкусняшки из утки. Для Бонечки. Восемь семьсот вместе с чипсами. Недорого, не дешево, как везде, в принципе. Везде, друзья, в самых затрепезных даже магазинах в Корее везде есть сашими. Ну, хэ, сырая рыба, сырые какие-то моллюски, живые, плавающие. Всякие разные. Не только в крупных магазинах, а вообще везде. Крабики, которых мы сейчас ели, только без соуса, не замаринованные. Окей, это сегодня будет готово. Сегодня я здесь кило сегодня 2 000 원씩 사는데, 1 кило 그냥 1 5 000원씩 가져갔어요. 먹을래? 지금? 탕이야, 탕 드시면 좋아요. 탕. 네. 꽃게탕? 네, 꽃게탕. 꽃게탕 그릴까? 맛있겠다. 근데 아까도 꽃게 먹었는데. 아빠, 꽃게탕 잘할 수 있을까? 할 수 있을 것 같아. 그럼 또 레시피 찍으면 되잖아. 갈비다. 응. Мы решили, что папа наш сможет приготовить 꽃게탕. 꽃게 1kg 주세요. 1kg만 주세요. 1kg에 네. 15,000원 가져가세요. 네. 주세요. Покупаем килограмм крабиков, и будет у нас
друзья, скоро новое видео с рецептом. А, не, спасибо. Это что за рыба, друзья? Я знаю, я... Нико море карагате, чинча. Якчео? Накчи. Якчео? Я знаю, как она по-корейски называется, но я не знаю, как она называется по-русски. Накчи, по-русски. Но кукетанг에다가 낙지도 한번 열심히 넣었어요. 아, 그래요? 왜냐면 낙지 어떻게 해요? 요 꾸게탕 이런 데다가는 이제 해물 같은 거 뭐 새우, 낙지 이런 거 같이 해서 곁들여 드시면 같은 해물끼리는 정말 꾸게만 안 되죠. 예, 꾸게만 네. 하는 거보다 여러 가지 해물이 어려울 그렇죠. 만큼 네. 예, 맛 자체가 그럼 낙지도 주세요. 몇 분에서 드실 거예요? 3명이요. 3명이요. 그럼 여기다가도 낙지가 오늘 두 팩에 15,000원이에요. 이거 세일이에요? 내일 먹어도 돼요? 내일이요? 생물낙지 저거는 뭐 2, 3일이니까 먹어도 아무 상관 없어요. 아, 이거는요? 요거는 이제 오래 보관하려면 냉동 보관하시고 아, 내일 만약에 요거를 내일 먹을 거예요, 내일. 요거를 만약에 지금 내일 드실 것 같으면 네. 가져가자마자 냉동에 달려 놓으세요. 아, 네. 냉장에다 놔두면 살이 자꾸 풀어져요. 아. 근데 이제 이걸 냉동에다 여놓으면 살이 이렇게 응집이 됩니다. 아. 냉이 딱 들어가면서 요 살 자체 모른 살들이 이렇게 딱 번개부터 오래. 아. 그래서 살아있는 걸 가지고 꽃게 찜을 하더라도 냉동에다 여놨다가. 네, 알겠습니다. 냉동에 여놓으면 살이 이렇게 응집이 딱 붙어버립니다. 네. 그러면 이제 꺼냈을 때는 살 자체가 붙어 있는 상태니까 더 맛있죠. 네. 살이 붙어 있기 때문에. 네, 알겠습니다. 내가 이거는 이제 꽃게 탕으로 하세요. 네. 이게 뭐든지 이제 알고 음식을 그렇죠. 네, 더 효율적이에요. 네. 낙지도 요거 지금 두 개에 15,000원이니까 네, 낙지도 챙겨가시고. 네. 오늘 전단 세일이에요. 네. 요거는 지금 생물이거든요, 낙지가. 아. 이게 냉동이 아니고 거예요? 생물이에요. 아. 낙지 오늘 거라 굉장히 좋죠. 보세요. 이게 빨판이 네. 그대로 살아있는 거예요. 그렇죠? 네, 빨판들이. 살아있네. 빨판들이 그대로 지금. 그렇죠? 네. 오늘 여기 두 개가 이제 15,000원. 오늘 오, 전단지 세일. 너무 많잖아. 아, 이거는 상관없어요. 이거는 만약에 이제 나눴다가 오래 만약에 한 일주일 있다가 드실 것 같으면은 냉동 냉동 여놨다가 아. 드시면 아무 상관없어요. 네. 근데 냉동에 이제 한번 들어갔다가 다시 꺼낸 거는 다시 들으시면 안 돼요. 아, 다시 들으면 안 돼요. 예. 네. 한 번만. 요게 9월 달까지가 제일 맛있어요, 낙지가. 이제 보통 찬바람 불면은 낙지가 맛있다고 생각하는데 낙지 애들이 추워지면 이렇게 움츠러들어가지고 살도 쪄가지고 질겨져요. 근데 여름에는 막 활가락 움직이니까 살이 많아지면서 살 자체도 부드러운 거예요. 이게 거꾸로 이제 아시면 돼요. 네. 어, 감사합니다. 아니, 별말씀. 설명해 주셨어. 아유, 설명은 얼마든지 해드리죠. 맛있게 드시는 방법. 네. 감사합니다. 네, 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 네. Так, ну все, папе работенка. Так-то у нас, в принципе, соусы дома все есть, все есть. Поэтому. Вот, друзья, в принципе, что касается цен, упаковка яиц, вот такая огромная, большая, я не знаю, сколько здесь штук. $3 стоит, $3. Вот такая упаковка яиц, большая. В принципе, яйца, я в Корее считаю, что яйца очень дешевые. Овощи всегда вот так тоже везде. Прям свежачок. Да. Друзья, кто из вас любит авокадо? Ненавижу. Софья тоже ненавидит. Я считаю, что такую гадость, даже под страхом смерти, я не смогу съесть. Я лучше съем личинки шелкопряда, чем авокадо. Друзья, мало то, что мы даже вдвоем не сможем сейчас поднять эту коробку с консервами и со всем вот этим вот. Еще и дождик пошел. Отуке. Димон, я ради, погая, транку. Зонтик взяла и довольна. Аньоля? Ань. А не умеет открывать багажник. Да что ж ты будешь делать, да?
на мою голову! Багажник не умеет открывать! Моль моте, мотагин. Ерунда дня. Чёрт. Друзья, это нужно было видеть, как мы сейчас грузили Софи эту коробку в багажник. К сожалению, в такие моменты самые смешные нас некому снимать. Блин, руки-то заняты. Друзья, Гелик с удовольствием уминает омлетик. Delicious? Great? Кня great. Друзья, начинаем готовку, хотя у нас уже вот 9 часов. Обычно в это время я уже укладываюсь спать. Но сегодня у нас есть морепродукты, которые нужно приготовить. Иначе они пропадут. Вот так всегда. Купишь, блин, чего-нибудь, а потом это же надо готовить. Что опять случилось? А? Что такое? Гели? Why do you cry, Вилли? Why, Вилли, why? Ты съела ее жвачку, что ли? Так, Соня съела жвачку Ангелинину, которую она припасла для своих друзей, которые в субботу должны прийти. Друзья, она приготовила им жвачки, уже написала письмо. Соня. О, масачкины, видимо. Актриса. Сразу плакать перестал. Так, все. Тишина. Да и сачин такой тяна, вы уро. Инцени воли кры, Анджелина. Ой, слезы настоящие. Да льются-то, капают-ка. Кринка, ей надо актрисой быть реально. Как она круто играет. Так, Ангелина, все, успокойся, нам готовить здесь пора. Так. Разделываем, друзья, осьминожков. Не знаю, насколько вам полезно будет это видео. Не думаю, что у вас свежие продаются осьминоги. Так. Везде, в магазинах. Но вдруг. Ну, по крайней мере, вы увидите, как выглядят осьминоги. Какие дела? Угу. Ури, саль ты его сарайся. Кри? Вот сандак чувствовал? Вау. Сарайся. А, чинча? Кажи, Софья. Вау. Синьшан воду, чинча. Омчом синьшан. Нунду пегу, ну? Там у него же еще и чернила есть вот эти. К боджиге, цека. Бамбуль. Ой. Я помню, он как-то разделывал осьминога, и он брызнул на всю мебель. Полин вам дай, вот. Да, как разделывает курицу, он вам хотел прям показать. Это глазки. Глазки тоже отрезаем, друзья. Ой, не вижу ничего. Нунь тожосо. Амбоя. Нунь амбоя. Опсос. Черт, мы такие изверги с тобой. Да, когда он разделывал курицу, он такой, ой, надо показать, как разделывать курицу, а значит, как осьминога разделывать, так... Это ж все и так знают, как разделывать осьминога. Это ж вам не курица. Элементарная вещь, всего лишь осьминог. А, куда мне? Ты чисто с умом делаешь? Ой, да, ну, нигде. Йоге, иронде, торонге, сесуисника. А-а-а. Соумур, хамур, хамур. У них в щупальцах, как бы, может быть, песок, какой-то грязь, поэтому нужно замачивать в соленой воде на какое-то время. А, не замачивать, а вот так вот пожумкать. Думаю. Так вот. С солью, друзья.
찌릿하게 빨리 이렇게. 이렇게 오케이. как трусы стирает. Так, все готовенько. Я тут пока немножко приберусь. И теперь нарезаем. Да, готовим мы, друзья, сейчас жареные осьминожки. Навтипоком называется блюдо. Ты у него глазки не отрезал. Я, вы намотня, но? Нуни? Полягу. Я, бузима, бузо. Боря, я тебе буду. Боря, боря. Глаза ее глазки. Так, все, я нехороший человек. Издеваюсь над осьминожкой. Немножко, друзья, нужно в кипяток положить. У нас там еще одна упаковка осьминожков осталась. Мы завтра будем готовить мёнтан, кукетан с крабиками, супчик. Так, друзья, когда вода закипела, опускаем туда наши осьминожки. Буквально на мёдпун. 그냥 바로 건져야 돼. 한 10초 정도만 있어야 돼. На 10 секунд. 10 секунд прошло. 10초. 끝났어 벌써. 끝났어. 이 상태에서 물이 많이 나와 나중에. Друзья, чтобы наши жареные осьминожки не выдавали при жарке много воды, влаги, поэтому мы их отварили. Вот почему. И у меня села батарейка на камере, я сейчас, друзья, сгоняю, возьму другую камеру. Друзья, камера, когда снимает в 4К, она сама по себе отключается через 5 минут. А! Что это было? Я тебе марл хэя, дэ бо дунын гуа, чикэм? А, ганжан. Ганжан и чоам... Ольманкэм? Чоам дэ спун нэйо. Даме хан спун. Даме... Кочукару. Кочукару가 하나 하고 반. 이 정도? 다음에 고추장. 고추장도 대략 한 스푼 정도. 이 정도? 한 스푼 정도. 맛있다. 예. 다음에 내가 마늘 두 스푼. 치즈나카비로스. 이거 한 스푼. И имбиря одну ложку, друзья. Корейская кухня опасна тем, что еще в процессе приготовления вы уже сходите с ума от этих запахов, и у вас уже просыпается бешеный какой-то аппетит. 원래 물 넣으면 좋은데 물 없으면 설탕으로 그냥 설탕으로 일단 한 스푼 반 정도 이렇게. 이 상태에서 사카라. 섞어. 양념은 다 끝났습니다. 츠키니. 반 개 정도. 이렇게 반을 해서 그냥 톡. 할라비나. 톡. 츠키니 하나고. 톡. 대충 자르면 돼요. как обычно режем крупно все. 오케이 이렇게 자르고. 다음에 얘도. 마르콜. 얘도 뭐 대충 잘라도 돼요. 이렇게. морковь порезал. Янка. Лук. Там па. Лук порей. Па мои дрова маистаю. Много лука порея. Чем больше, тем лучше. Вкуснее будет. Кочуту. Перальке. Якка мяу кочу я уже. Мяу ге жуа гаку. Это острый перец. Мяу кочу. Мяу кочу. Мяу кочу. Да, порезали вот так вот острый перец. В принципе, ингредиенты, как вы можете уже видеть из видео в видео, ингредиенты, в принципе, не особо меняются. Много овощей, острый соус с чесноком, имбирем и перцем. Но это только на первый взгляд кажется, что как бы все одинаково, но все дело в пропорциях. Да, ой, чоку тележу. Так, немножко масла растительного. 마늘 가게?
얘를 그냥 해도 되는데 나는 얘 묻혀줄게 한번 이렇게. 소스가 묻히기 전에 볶겠습니다. Смешиваем наших осьминожков с соусом. Goodbye диета моя называется. Я уже хочу это. Оно еще сырое, я уже это хочу. О, боже. На сильном огне, друзья, обязательно. Так, все, рассыпали по дороге, ну ладно. Добавляем сначала кабачок, цукини и морковь. Кстати, у нас, когда включаешь вытяжку, очень сильно начинает пахнуть на улице. И когда люди идут вот так мимо домов, такие запахи доносятся из каждого дома, что просто туши свет. Хочется просто зайти в каждый дом и покушать. Очень вкусно пахнет. Как это пахнет, друзья. Это не передать словами просто. София попросила лапшу. С лапшой будет это есть. Три минуты где-то пожарили и добавляем остальные овощи. Сейчас будет пахнуть еще хлеще, еще лучше. Это большой бульон, да? В самом конце, друзья, наливает кунжутное масло немножко, одну ложку столовую где-то. Все это жарится очень быстро, буквально несколько минут. Нельзя, чтобы все это прожаривалось сильно как-то. Овощи должны хрустеть. Та-да-да-да! Та-да-да! Уре-уре! Накчи воккум! Папа позвал всех есть, но все заняты. Соня рисует усердно собачку. Твою ж ты мать, в кого ж ты так хреново рисуешь? Соня! София дорисовала свою собачку и пробует осьминожку. Масьсо? Ма. Подоспела лапша. Вот так она кладется на края тарелки. Обычно так. Тун-тун-тун-тун-тун. Красота, лепота. А, друзья, буду на этом заканчивать влог. Inside. Да. 다음에 더 맛있는 음식으로 만나겠습니다. 네. 안녕. 빠까빠까. 빠까빠까, 소녀. Антина, пока-пока. 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 Друзья, всех вас люблю, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока.